Итак, добрый день гостям, подписчикам моего канала. Сегодня мы находимся в разделе «Назад на рыбалку в СССР. Ретро-ностальгия». Сегодня мы поговорим о таком вот деревянном, старинном советском воблере. Раньше рыбаки тоже делали себе, видите, наподобие что-то, ну, воблер он с лопаточкой. Давайте рассмотрим его поближе и, как всегда, проверим его игру в ванну, есть у него игра или нет. Давайте начнем. Вот такой вот советский воблер. Здесь дерево выточено, видно, что неровности вот эти. Здесь двойничок, два двойничка вот таких, потому что их можно продеть в эти два колечка. Здесь тоже лопаточка такая самодельная. И самодельно его вот так вот окрасили. Давайте сейчас. В длину он 6 сантиметров и весит он 7,6 грамм всего. Давайте, как всегда, проверим его игру в ванной. Начнем. Посмотрите-ка, что игра есть. Он заглубляется, посмотрите, лопаточки. И достаточно так интересно еще игра у него. Посмотрите, кто, наверное, делает воблер. Мне, как сказал, я говорю, брал у дедушки, у кого же я еще снасти СССР покупал. И вот этот воблер, он сказал, что сделал его сам и ловил на него. Вот такой вот воблер, самодельный СССР, советский воблер. Посмотрите, играет просто вообще резво, супер. Вот, смотрите, как игра какая есть, да? И углубляется он. Посмотрите, как заглубление есть хорошее. Вот такой вот воблер СССР. Достаточно хорошая игра, вот такой вот самодельный воблер Советского Союза еще был. Вы напишите в комментариях. Игра достаточно хорошая у этого воблера, вы все сами видели. Напишите в комментариях, кто тоже делал воблеры или блесна своими руками. Я буду очень рад. А на сегодня все. Всем, кому понравилось, как всегда, подписываемся и ставим лайки. Всем пока.